Ну и чем же, собственно, программная инженерия отличается от традиционной? Ну, то есть от традиционного строительства, допустим, домов, каких-то городских инфраструктурных решений. Ну, вот в основе программной инженерии, допустим, лежит информатика, а в основе традиционной инженерии – естественные науки. Это не значит, что программному инженеру не нужны знания из области дифференциальных уравнений, математических статистики, алгебры. То есть существует много предметных областей, в которых знания этих предметов нужны. Но вот конкретно основания все-таки, но именно в информатике, ну, у программной инженерии, нежели вот в этих самых базовых предметах. Хотя, естественно, они очень сильно повлияли на инженерию в целом и в том числе на программную инженерию. Упор делается больше на дискретную математику, но не на непрерывную. Вот, то есть обычному разработчику, в том числе и программисту, желательно знать и какую-то железную составляющую, то есть hardware. Не только программное обеспечение, но и аппаратное обеспечение. Ну, а вот как раз такие знания из дискретной математики, они прочно, в общем-то, закрепились в теории создания аппаратного обеспечения, но также используются и в программной инженерии. Программная инженерия концентрируется главным образом на абстрактных логических артефактов, то есть то, что нельзя как-то физически пощупать. То есть это все представлено в виде битов, байтов, кое-что, естественно, может быть распечатано на листках бумаги, но тем не менее сам продукт, который создают программные инженеры, он интеллектуален. Он находится в виртуальном мире. Вот. То есть это не что-то конкретное, не физическое. Это, конечно, может быть сохранено на каких-то физических носителях и запускаться через технику, но техника это всего лишь средство. А вот сам продукт, он виртуален, он абстрактен. Вот. Сопровождение программного обеспечения связано скорее с эволюцией, развитием, удовлетворением все новых требований и не связано с каким-то износом. То есть вот если, например, говорить о домах, о строительстве мостов, дорог, то есть все это поддается износу, и сопровождение связано с доработкой, вот с сопровождением, ну то есть сопровождение связано с доработкой и поддержанием работоспособности. В программном обеспечении все немного по-другому.